проект разработки компьютерной модели копрового стула подъемной машины МБМ 5×4. Актуальность проекта – работа, связанная с научным направлением кафедры горных машин и инжиниринга, выполнена в рамках договора сотрудничества между государственным высшим учебным заведением Национальный горный университет и ЗАО НКМЗ. Техническая проблема. В условиях шахтного подъема, характеризующегося интенсивным режимом работы вперед пуска и торможения, значительный маховой момент обода копрового шкива способствует проскальзыванию каната, что может привести к аварийной ситуации. Цель работы – это разработка компьютерной модели копровых шкивов подъемной машины МПММ 5×4. Достижение цели поставленной следующей задачи – это изучить техническую документацию, предоставленную ЗАО НКМЗ, и создать компьютерную модель копровых шкивов. Шкив копровой, он состоит из обода, секторов, оси копрового шкива, также вал, подшипник, корпус подшипника, втулка и ступица. Количество канатов является 4, и диаметр каната шкива 54,5 мм. Выводы. Разработана компьютерная модель копрового шкива подъемной машины МБММ. Проверена по средствам солидворсная работоспособность, и установленная масса является 20 543 килограмма. Модель состоит из 133 деталей, и количество сборных единиц является 29. Спасибо. Доклад закончен. Проверили